Перформанс под названием «Тишина» был подарен одесситам. Правда, собрались во дворике художественного музея истинные ценители искусства. Перформанс – зрелище необычное и предназначенное не для широкого круга. Это действо синтетическое. Здесь используется все – танец, слайды, кинопроекции, изобразительное искусство и, конечно же, музыка. Но только живая музыка, рожденная в тишине. «Тишину» исполняло принципиальных три актера. Одесский художник Константин Скопцов, которого мы очень любим, и который давно уже, так сказать, находится в нашем кругу общения. И мы с Сабин Джаме, которая моя соратница и жена. И, так сказать, мы работаем уже 14 лет вместе. И я. Причем трое. А потом уже, как бы, участвовала публика, потому что на самом деле было очень... Вот, то есть потом было участие детей, которых мы очень оценили, потому что на самом деле, поскольку мы постоянно работаем с детьми, то получился очень интересный момент, что все эти вот маленькие дети, они вошли вот прямо один внутри этой тишины и, так сказать, обращались внутри совершенно нормальным образом. Дети действительно очень ярко реагировали на все происходящее на площадке. Отсутствие стеснения самовыражения, страха, природное любопытство и изначальное ощущение радости, так присущее им. Наверное, поэтому они так органично вписались в тишину, доказав, что она может быть праздником.